Всем здравствуйте. Собирался я брать, в общем, манок на косулю. А, взял шороха. Куда он убежал у меня? Я думаю, этот зверек будет не хуже манка на косулю. Да, Грета? С тобой будет теперь жить, что ли? Третий день у нас живет. Назвал его Шорохом. Такой этот маленький. 14 числа ему месяц был. Будем теперь в округе с ним. На обед шорох среди енотов, барсуков, ну и другой всякой дичи. Есть там бабушки или дедушки у него, у кого дипломы по кабану имеются. Но с кабаном-то напряженка. Главное нам с пушным зверем работать, да, шорох? Вот так вот, вот. Нюхается везде, лезет. До этого я его за ограду выпускал, сейчас выпустил в ограде первый день. Все, вепрь, где он? Вепрь. А, вепрь. Застрял, что ли? Как мы теперь его вызволять оттуда? Ох ты, паразит маленький. Ох ты, маленький паразит. Все, за папку спрятался. Да? Никто тебя не обидит? Интересно этим. Как бы кос не передавил у меня. Все, со всеми познакомился. А? Взять, ну-ка возьми его. Ее. Возьми. Возьми. Кусай за ухо. Молодец. Молодец. Будет с тебя толк, да? Будет? Будет с тебя толк. Скажи, зачем нам манок на косулю, да? Когда я буду лося останавливать, скажи, да? Да-да-да-да. Грети, помощник. Да? Даринка. Вот засранцы, скажи, да? Вот скажи, засранцы. Обижают тебя маленького. Мы их сразу на котлеты пустим. На котлеты. Завалился. Все, устал, что ли? Устал? Устал. Все, давай, бегай.
та уже вон сколько ушли от дома, да? Два имени у меня было придумано давно еще. Года, наверное, два назад. Что кобелька назову либо Шорох, либо Шаман. Назвал его Шорох. Так как Шаман у нас тоже будет в деревне. Да, и чтобы когда я кричал Шаман, Шаман. Мой Шаман и не мой Шаман не бежали ко мне вместе. Назвал его Шорохом. Все, устал. Домой пойдем? Или уток пойдем гонять? Уток пойдем гонять. Идем вон на озеро. Ого-го-го-го. Как же не привык же ходить, да? Не привык же. Ого, и ты. Какой злой. Ха-ха, ты красавец. Сейчас будем его поднатаскивать, поднатаскивать. Глядишь уже. К осени, да? Возьмем енота. Тебе сколько будет уже? 5 месяцев где-то или 6? Гретин помощник будешь. С Гретой в паре будете работать. Ох ты. Вот такое приобретение, в общем. Новенькое. Ну, как-то вот так вот. Скоро, наверное, в лес поеду. Пробовать косулю манить. Да? А тебе я косулю не дам. Не надо нам ее. Не надо нам ее. Не надо нам косулю. Ну, вот так вот. Всем пока. Будем гулять дальше.